Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сейчас вообще обалденный продукт, который подходит к богатым. Это для квалифицированных инвесторов. Ну, вообще, мне так нравится это. Ну, сейчас вы увидите. Потрясающая штука. Отзывная нота на корзину компании энергетической инфраструктуры США. Сейчас объясню, в чем суть. В долларах 12-13% годовых пока не определено. Он прямо вот сейчас, январский, только запускается. Условная защита от цены, от снижения цены базовых активов. Это вряд ли, вы это сейчас увидите. Доллары США валюта. Ежеквартальные наблюдения на 3 года. Хороший продукт, вообще офигеть. Вот. Раз в квартал вы будете получать практически наверняка доход. Смотрите, в чем суть. На 3 года США 10 тысяч долларов. Площадка оформления фондовый рынок Global. Вот, сейчас я посмотрю, кто у нас эмитент. Ну, как правило, это крупнейший европейский инвестиционный банк какой-то. Швейцарский или французский там или немецкий. Вот, срок 3 года, валюта. Базовые активы Enterprise Products Partners, Plains All American Pipeline, Energy Transfer, Enbridge Incorporated и Kinder Morgan Incorporated. Это компании, которые занимаются строительством нефтепроводов на территории Америки. Дело в том, что Америка, вы знаете, сейчас очень активно наращивает добычу сланцевой нефти, и там основная проблема в этой сланцевой нефти в том, что добыть-то ее можно, а вот что дальше с ней делать, как ее до потребителя довести. Вот, в этом вся загвоздка, на самом деле, очень большая проблема с транспортом в Америке, с транспортировкой нефти, и поэтому сейчас они очень-очень активно строят трубопроводы, нефтепроводы для вот того, чтобы транспортировать вот эту вот сланцевую нефть, которую Америка наращивает добычу. Это огромный бизнес, он растущий, потому что за эти нефтепроводы, естественно, будут платить за транзит газа и за транзит нефти, и поэтому это будет приносить прибыль однозначно. Однозначно эти акции будут расти. Я очень рекомендую вам обратить на это внимание. Ставка купона 12-13% годовых, она еще пока не определена. Вот. Ежеквартально выплачивается. Ну, если 12%, то будет 3%. Если 13%, то будет 3,25% годовых, ну, в смысле, не годовых, от вашего вложения, от 10 тысяч долларов. Это минимальная сумма, можно хоть 100 тысяч вложить. Вот, ежеквартально. Защитный барьер 65%. Чтобы не получать, чтобы потерять деньги здесь, нужно, чтобы хотя бы одна из этих акций, так сказать, одна из этих компаний упала на 35% от текущей цены. Когда она вырастет, они, так сказать, буквально в ближайший квартал закроются. Вот. Ну, это мое мнение. Вообще говоря, вот есть такое. Купонный барьер 65% с эффектом памяти. То есть, если в процессе действия, вот в течение вот этих 3 лет какая-то компания упала ниже, чем 65% от первоначальной цены, то есть на 35%, то купонный барьер не выплачивается. Но если она потом вернулась в этот диапазон, то, соответственно, есть эффект памяти, выплачивается и за все, что было. Все припомнят. Вот. И, соответственно, защитный барьер – это если дотянули до конца и какая-то акция упала, то да, вот это риск, о котором я обязан вас предупредить. Я предупреждаю, что риски вы берете на себя, вы предупреждены о рисках, вам их никто не возместит. Вот. Защитный барьер 65% – это если хотя бы одна из этих бумаг упадет вот ниже этой стоимости,
ниже, чем 65% от первоначальной цены, тогда вы получите бумаги этой компании в конце. Но я говорю, что смотрите, какая перспектива. Это нефтепроводы для сланцевой нефти в Америке. Вот, дальше сценарии, дальше стандартное описание. Enterprise Products Partners. Вот, вы сможете посмотреть, если хотите, я вам вышлю эту презентацию по имейлу или там кто в чате в Telegram со мной, обращайтесь, я вам вышлю эту презентацию. Да в чате я ее просто размещу для всех, кто участвует в чате. Не проблема, вот прямо сейчас я размещу. Вот, ой, мне кажется, я их уже разместил в чате, то есть все уже в курсе. Вот. Enbridge и так далее. Ну, посмотрите. Вот, ну, вырастут они. Я, честно говоря, в этом не очень сомневаюсь. Вот. Итак, это инструмент для ленивых. Это инструмент для тех, у кого есть деньги, ну, хотя бы 10 тысяч долларов. И здесь требуется статус квалифицированного инвестора. Если у вас, скажем, есть уже 10 тысяч долларов, но нет статуса квалифицированного инвестора, то вы понимаете, что его, в общем сказать, ну, неплохо бы получить. Потому что для квалифицированных инвесторов как раз вот такие инструменты доступны. Как получить статус квалифицированного инвестора, я в ближайшее время расскажу. Это не так сложно, это может добиться каждый. Если у вас есть 6 миллионов рублей в активах, то это дается автоматически. Но, возможно, у вас, скажем, есть 10 тысяч долларов, но нет 6 миллионов рублей. Ну, скажем, у меня вот такая ситуация. Это нетрудно сделать, статус квалифицированного инвестора можно добиться за 3 месяца, я об этом расскажу, поэтому оставайтесь на моем канале. На сегодня все, с вами был Демитков Юрий. Ну и лайк поставьте, пожалуйста. До встречи.